29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20-152. После распада Советского Союза на территории Российской Федерации она не выводилась и была включена в состав вооруженных сил Украины. Военная часть 20-152 Прикарпатского военного округа дислоцировалась в городе Целиковой, Тернопольской области, тогда Украинской ССР. После распада Советского Союза она стала именоваться 223-м зенитом... Как? Теребонькой? Теребонькой. Теребонькой. Начиная с 2014 года на постоянной основе привлекались участники так называемой антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Замечательно, что реакция Запада на, по сути, сенсационные данные Министерства обороны России – молчание. Хотя Генеральная прокуратура в тот же день передала все материалы дела голландской комиссии. А вот реакция Петра Порошенко совсем неожиданна. Он заявил, что, опубликовав информацию о ракете, Кремль якобы таким образом пытается разрушить Европу. Кремль хочет уничтожить европейское единство, европейскую солидарность и европейскую идентичность. Наша с вами обязательность ни в коем случае не допустить дискредитации Украины. Но упомянув про ракету, которую был сбит Боинг, и Порошенко, и другие представители нынешней украинской власти никак не отреагировали на публикацию радиоперехвата разговоров двух украинских военных. Один из них, утверждает Министерство обороны России, полковник Руслан Гринчак, который до 2015 года руководил 164-й радиотехнической бригадой, контролировавшей воздушное пространство над Донбассом. Возьми этого Кириленка, возьми Левчука и скажи, пацаны, вот если будет вот так, то еще один малазийский поезд, и все будет... При этом Министерство обороны России наконец-то спекуляции на тему, а не могла ли ракета из Украины оказаться у российских военных, например, после событий в Крыму в 2014, когда полуостров воссоединился с Россией. Значит, 14 сил управляемых ракет, которые находились в то время в 55-м зенитно-ракетном полку вооруженных сил Украины, которая дислоцировалась на городе Евпатория, 5 ракет, это ракеты 9М38. Вот видите, здесь не совпадает год выпуска, да? Здесь указан год выпуска 1984, а не 1986. То есть ракеты, стоявшие на вооружении украинской армии в Крыму и оставленные на полуострове после событий весны 2014, на 2 года старше той, что сбило Боинг. Впрочем, украинские СМИ нашли другую лазейку. Сейчас на Украине муссируются слухи о том, что якобы ракета вместе с комплексом БУК попала России через Грузию. Да, ее продал президент Ющенко во время грузино-осетинского конфликта в 2008. Даже если бы подобная ракета была захвачена на территории Грузии, она бы никогда бы не была принята. Видели, как я ботов раскидываю просто? Российской Федерации или вообще в возможности... Направо, налево, нахуй. В лучшем случае утилизировали на месте, в лучшем отдали... Присвоено название. Что касается передачи этой ракеты в Грузии, то такой вариант, конечно, вариант. Но это лишний раз подтверждает тот факт, что Украина принимала участие в войне. Погнали дальше. Южной Осетии несет ответственность за те громадные жертвы, которые принесло южно-осетинское население. По идее, в военной части, куда в 1986 ракета была поставлена с завода, должны храниться и дубликаты документов. Скорее всего, найти будет невозможно. За последние годы на военных складах Украины произошло несколько крупных пожаров с мощными взрывами, уничтожившими тысячи боеприпасов. Так взрывалось, например, в 2017. А чьи ракеты-то падают? Российские? Или украинские? Украинские? Сами себе же ебашут? Не, они сбили Боинг. А, пассажирские. В Малайзии, да. Там утверждают, что не они. Последний же пожар случился на складе в Улаклее в Харьковской области в мае 2018. Как раз незадолго до того, как голландская комиссия... Thank you.
Там этот музыка нелицензионная, нет у тебя? А? Чтобы меня не забанили потом в Ютубе. Победа, победа. Сержант. Как много всякой херни. Ненужной причем.
Победа, победа. Штаб-сержант. Базарня. Да, на немецких машин. Ну и куда ты съебался? Я только начинаю. Будешь молять, ты съебываешься. Это что, блядь, по-мужски что ли, блядь? Бля, ну как с автомата, нахуй, ей-богу. Вая! Так, парни, мужчины, воины. Всем привет, Егор Промен, здорово. О, Егор, ты же хотел себе аккаунт? Вот смотри,
Сейчас я прокачиваю вот новый аккаунт. Дойду где-то до 5 или 6 уровня танка. И потом будем мы разыгрывать его. Ну, то есть я и подписчики. Обязательно нужно быть подписанным на мой канал. Это во-первых. Да, в Ютубе на 2 канала. И в Инстаграме на 1 канал. А потом будем уже методом, там, я не знаю, сколько людей захотят разыграть. Мы сделаем, знаешь, я найду банку, напишу на листочке ваши все имена. И в прямом эфире вытащу это все. В смысле, от 1 до 10 цифр. Не понял? Про какие цифры ты мне сейчас говоришь? А, ну да, 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 все понял, понял, понял. Теперь понял, от 1 до 10 цифр, про что ты мне говоришь. А в смысле? Вот же он. Я не понял, почему я в него не могу попасть. Да, там, допустим, да, либо по никам. В баночку положим. Там, допустим, в бумажку я напишу, на бумажечке ники, либо цифры, и все. Нет, это не интересно так, чтобы отгадать. Нет, смотри, будет так. Я думаю, ну, в течение дней 3-4 нужно будет это все делать. Дайте я его сбью, пацаны, не убивайте. Ну, блин, ну я же попросил сбить его, хотел. Этот. Ну, я еще об этом подумаю. Есть множество разных, как можно будет сделать. Множество разных разностей, как можно будет сделать разыгрыш аккаунта. Нихуя ты как этот, как нигер ходишь в одном носке. Йоу. Никитос, как думаешь, как лучше разыграть аккаунт? Там, допустим, ну, определенное количество подписчиков должно прийти, да? Потом, типа, их имена вот так на бумажке пишешь, да? Разные. Бумажки ты в банку, допустим, закидываешь, потом хуяришь. И хуяк там, какая бумажка вышла. А, короче, из 10 5 надо бумажек вытащить. Сайт рандомов. Да нет, вот это так-то поприкольнее там будет. Реально по всяким даже молниям там вероятность учитывается. По погодным условиям. Там рандом реально рандом. Рандом орг только там. Не левый сайт. Я по старинке хочу. Делаем по старинке. А так потом скажут, ебать, ты одних и тех же написал, бля, два человека там. Да нет, это все, я буду на прямой эфире вот так вот просто хоп, да, и все, чик-чик-чик-чик, все выписывать, все подписывать. Не, все сделаю четко. Бананчик. Здорово, бананчик, как делишки?
Автоприцел. Новая вторая кнопка стрельбы есть. Свободный обзор вот надо сделать. Вот так, опа. Все, что. Все, настоял. Следует танк 2 уровня. Купить танк. Опять в бой. Погодные условия. Какие твои погодные условия? А чё, на каком уровне мы там начнем жестко проседать? Сейчас-то пока мы вроде это хаваем всех. А когда мы начнем от всех хавать-то? Скатилась, да? Я минусанул одного, ребята. Так. Нанесен урон 300. Ништяк. Гусеницу сбил. Давай, жопу. В жопку ему. 48 еще сбил. Еще сбил ему. Не стреляй в меня. Правильно. Стреляй в других. Последнего. Давайте все толпой. В атаку. Ой-я. 41 ему сразу. Попку. Саламуликом. Да, это нормально. Все гусеницы повреждены. Вот так еще. О! Мы начинаем что-то зарабатывать. Я не хочу. А, за это дадут, да? Давай советский возьмем танк. Чем? Легкие танки – это начало. Средний танк обладает повышенной скоростью. Тяжелый танк отличается хорошим бронированием. Давай возьмем вот эту. Может, ну что-то будет. Так, вот этот танк мы заходим. Опа, делаем продажу. Все, тюкс. Все. Сыграйте 14 премиум танк 4 уровня забрать. Вая! Смотрите, у вас еще будет премиум танк. Елки-палки. Ну, забрать. Забрать. Так, а как забрать? А, бои надо забрать. Исследовать. Все. Сразу на третье. А что? 6 тысяч, 7.
этих следов. Не хватает боевого опыта, зарабатывайте опыт в боях, используйте бустеры, открывайте контейнеры. Не дает, смотри, а? Хочешь, чтобы я еще покатался? Ну погнали, покатаемся еще. Прям настаивает. Держите рядом с союзниками так, как вы быстрее уничтожаете. А где мои союзники? А вот. Ты бот или не бот, вот я хочу проверить. Вот на двух колесиках катается. Ба-бам! Ба-бам! Прикрытие. У меня теперь есть прикрытие. Ну, парни, помогайте, парни. Давай, дохавать его надо, конкретно дохавать. Ну, дохавал. Молодец, дохавал его. Я столько с ним воевал, чтобы ты его доел. Да ему... Ничего не пробил, что ли? Стой! Я ему гусеницу забил. Ну что? Так, а у нас спичка есть? У меня уже вроде... Вот, есть спичка. Охренеть. Ау. Какой-то гость, походу, наступил, да? Жесть. Охрененно, да? World G Mai. Правильно? Привет. Премиум аккаунтом ваш танк будет туру. Не надо. Ну тоже не хочу. Так, тут тоже давай на второй. Мы можем? 45. А ты не заработал 45, так что не надо. Улучшение 700. 500. 500 плюс... Так. Погнали еще покатимся. Ну чё, как дела? Нормально, ненормально? Плюс, если нормально, минус, если ненормально. Жду. Базара нет. Чё, будем это разыгрывать аккаунт? За сегодня я его доведу, наверное, до 5 уровня. Рандом чё, кореш? Рандом забывает на 8. Объясни, немножко понял. А, заёбывает. На восьмерках, ну да, есть такое. Ну, у меня...
У меня семерка на основном аккаунте. Этот аккаунт я специально сделал, чтобы разыграть его. Будешь участвовать в розыгрыше халявного аккаунта? Потом, если ничего, сам разыграешь его. Опа! Блин, я даже ждал чего-то другого, конечно. Пожестче думал. Да. О, ну это серьезно. Пацан, тебе пиздец. Зачем ты со мной борешься тупо? Тебе это ничего не даст. Тебе хана. Не, я думаю, до 5-го левела довести, а там пусть сами уже качают. 5-6 максимум. Не хочу запариваться. Я знаю, что до 5-го-то быстро долететь можно. За сегодня можно хорошо, если поиграть. Можно набить 5-й левел. И все. Извините за рекламу. Но она необходима. Тигр 2 у тебя? Это хорошо. Ты что, гулять? По тёлкам опять? Да, по тёлкам. Презервативы надо? Да, есть. Есть? Ну ладно. Тысяч. Давай. Ну, если меня не будет дома. Ну, я надеюсь, сегодня я дома буду. 8-й сегодня вкачал. Красава, красава. Отлично. Слушай, а как этот... Блин, не могу вспомнить. Как название стрима называется? У меня. Что-то я забыл, что я написал, или вообще, что я писал. Что установить? Еще одну рекламу посмотрим. Здравствуйте, я наебываю людей. Вот это говорит. Я отошел. Так, а сколько еще там боев? Еще 3 боя, да, надо? Будет грызло. Бля, наушник упал. Открылся, блядь. Извини меня, наушник, я нечаянно это сделал.
Так. Мы можем немцев 100% уже все, да? Да. Берем третьего. Исследование. Покупаем третьего. Ауф. Второго берем. Вот так вот. Второго продаем. Ауф. Все. Четко. Участвуйте. В чем-то участвовать еще предлагают. Купить пропуск. Не, не хочу. Да все, все, все. Да блин, да все. Да окей, 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 мэн, окей, мэн. Все окей, 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 мэн, окей, мэн. Так. Получает X2, на-на-на, та-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 та. А, все, погнали. Воевать. Но что вообще прям накидывают, накидывают прям жестко. Исследование. Через что? Через золото нельзя исследовать. Погнали, короче. А, вон там высокий бурхан надо на него. Базара нет. Спасибо большое. Блин, я забыл описание там тоже поменять. Я же второй YouTube. А что случилось у тебя с твоим? Номера нет. Ты куда, мы? Малыш? Ты что, малыш? Ты куда, малыш, прешь? Кто там такой умный? По мне шмаляет. Здорово. Ну это не то пальто, конечно, что я хотел. А, да, так летит патрон. Да ну отдыхай. Отдыхай, мы дома. Давай, давай, дружище, успехов тебе. В нашем нелегком деле. Розыгрыши. Ой, бля. Как я его, бля, подавил просто. Вообще не понял. Блин. Гром. Ладно. Happy birthday to you.
Погнали. Разбивать сейчас будем. Единственное, что мне не нравится в летней погоде, когда стоит жара, блин, куда ни поедь, возле какого куста тухляком воняет, это вообще прям, я не знаю, что там, вообще не представляю, но тухляком таким прет. Он на велосипеде вчера катался, бля, вообще воняче. Вонище прям жесткое стоит. Вокруг тухляк какой-то. Эль Проблем. Привет, дружище. Как твои дела? Как твое ничего? Слушай, вон. Создал себе аккаунт, короче. Буду его разыгрывать. Как думаешь, до 5 или до 6 уровня догнать для розыгрыша аккаунта? Шесть, пять. Ну да, вот. Я знаю, что 5 быстро можно набить. Я уже на 3 сейчас немец. Ай, блин, не то сделал. Красавцы, пацаны, блин. Начинай качать мауса. Мауса. Где мне... А, ветку ты имеешь в виду? Ветку мауса качать. Ну, возможно, я это и сделаю. Что думаешь, всем маус нравится? Смотри, какие я здесь награды такие получаю. Медаль Кея. Дуглас Кей, сержант британской армии, стрелок танка Шерма Firefly. Участник высадки союзников Нормандии, широко известен как популяризатор и пропагандист истории танковой войны. Вот этот вот. Медаль Леклерка 4-й степени за суммарное количество очков захвата базы. О, какие уже пошли медальки. Слушай, блин, нафига себе тут. Жестко. Я тут сейчас нифига. Кому-то такой жесткий аккаунт сейчас как сделаю. Вот, целовать меня потом будут. Так. Блин, вот прикольно вот этот. О. Путь танкиста. Красный. Давай зеленый поставим. Оп. Зеленый хороший цвет, мне нравится. А третий немецкий. Третий немецкий танк. И взял... Короче, этот. Какой? Вот этот? Грызли. Вот такой будет. Про вот это ты мне сказал? Считай, еще 4-й грызли у кого-то будет, блядь, спаса. Это, ну, нормальная тема. Оставьте этот тип снарядов себе. А у меня нет. У меня тоже нету. У меня на моем основном аккаунте тоже нету. Ему сколько? Ну, года 3, наверное, уже аккаунт.
Лейл тоже, братан, нету. Мне сегодня так написали. Привет. Ну, танка больше не будет. Типа ему плохо, что танков больше не будет. Будут, будут, не переживай. А, это 14 боев надо сыграть, чтобы его забрать. 14... За 14 боев я вот этот танк уже прокачаю. Уже будет на 5 уровне у меня немцы. Здорово. О, едет. Что в смысле? Пацаны, давайте только не это. Каким боком ты здесь оказался, дружище? До свидания. Все. Наберешь. Наберешь тоже. Берешь. Еще одна медаль. Мастерски. Мне кажется, это мастерско. Мастерски или мастерско. Лента. Уведомлента. Сертификаты. Подожди. Я имею право зайти в смс, уведомления, посмотреть. Бой. О, имею. Ага. Если у тебя не хватает звездочек, чтобы прокачать свой танк, заходишь в историю и оттуда через рекламу фармишь себе звездочки. Лайфхак.
Лайфхак. А теперь я могу улучшить танк. Так, башню или мотор? А на мотор не хватает, башни только хватает. Вот так-то скорость и так нормальная. Давай. Начинается бой. Вай. Стерто надо быстро стирать. Так хорошо, да? Стерто надо быстро стирать. Раз. Два. Попадаем. Так, три. Так. Четыре. И последний. Пять. Так. Там вы разбираетесь сами. Блин. Раз. Два. Три. Четыре. Давай. Прям. Кыш. Хаваем. О, аж на место башка встала. Ба. Красиво. Еще раз прошу прощения за рекламу. Без нее мы не сможем быстро прокачать. Наш танк. Дон Кихот, тонкий танк. Нормально, типа. Что-то громко прям вообще по ушам бьет музон-то. Такой музон воистину. Прям. Хороший такой музончик. Но по ушам бьет, будь здоров. Так, улучшаем пукалку. Имеем полное право. Так, чтобы нам на Мауса идти, нам что нужно? На Мауса, да? Пойдем на Мауса. Пойдем тогда по вот этой нижней линии, по тиграм. Брони, хорошо, все, я понял, все, я понял, хорошо, я понял, все,
Все. Нет, конечно. Нет. Но не хочу я пробовать. Вы что мне бабки заставляете тратить? Ну, как я пацанам-то потом скажу, что они без золотишка остались? Такого нельзя делать. Ты что, нет? Не пойдет такое. Ты что, пацаны не поймут меня? Пацаны, девочки, ребята. Как, что такое? Золота нету. Она скажет, мы без золота, вот что, бля, такое себе. А, чтоб золото было. Не просто так же аккаунт прокачивать. Аккаунт нужно прокачивать, чтобы было все прекрасно. И статистику надо не этот, не просрать, так сказать. Все, отсюда и работаем. Первый. Да. Второй. Так, давай. Третий. У меня 69 патронов еще. Четвертый. Извини, промахнулся. Не смотри на меня. Нормально я их там пробиваю. У меня больше урона, чем убийство, конечно. Максимальный урон наношу. Звериный урон. О, вот это хорошо, я сказал, да? Звериный урон. Да хавайте. Четко. Звериный урон, говорю же. А давай мы еще будем всем это уважуху закидывать. Все, чисто уважухи закидываемся. Надо уже было посмотреть видео. А, у меня премиум еще стоит. Так. Ну, поехали, девочки. Что, по пустыне плохо ездить, да, танк? Первый есть. Так, надо туда ехать помогать. Два есть. Три есть. Убили. Тут со мной, да, походу, хочет файтиться, чувак. Зря ты это делаешь, зря. Ага, зря. Я тебе сказал же, зря. Зря ты так.
Будь любезен, перезвони мне. Еще по фарме постоять, может, секунду забрал. Неплохо? Мне кажется, неплохо. Причем как еще неплохо мы сыграли. Так. Так, тут что? Погнали, погнали. Не знаю, у меня есть один этот прикольчик, может он пройдет. Посмотреть. Может проканает, заканает. Такой прикол. Залетело, смотри как, а. Давай, давай, давай. Ой, мой хороший. Попочкой там Джода крутит, крутит, вертит своей попендрой. Давай, давай. Ой, там выезжает. О, хорошенький какой. Сейчас кто-нибудь его схавает, да? Ну, конечно. Я еще его не это не прокачал. 5-6 уровень танков будет, потом будем разыгрывать. В смысле, можно аккаунт. Таких как ты, много людей, извини. Все хотят аккаунт. Каждый день пишут. Чего, поехали, покатаемся, дружок. Пирожок. Ой, а что с гусеницей? Ой, а что не так? Ну вы его схаваете, нет? Ладно, сам схаваю. Извини, дружище. А, все, мы выиграли. Ништяк, классно. Этот аккаунт будет разыгрываться, может быть, завтра, может быть, сегодня. Не знаю. Потом позже сообщу. Следите за новостями. Там уже видно будет, когда я буду его разыгрывать. Да не сейчас, не хочу я оценивать ничего. Что-то надоел, докопал. Докопался до меня такой. Так, улучшаем тут вот так, хопа, все, полностью танк улучшен. Потом, ну что, я скажу, что нужно делать, чтобы выиграть аккаунт. Соберем плюс-минус 10 хотя бы человек и начнем разыгрывать аккаунт. Что смешного тебе? Скажи мне, я тоже посмеюсь. Тебе смешно, что я разыгрываю аккаунт? Ничего смешного в этом не нахожу. Если ты про это смеешься.
Ну, если не западло, можешь подписаться. Ну да, а почему бы и нет? Это же тоже неплохо. Мне нужно, чтобы онлайн у меня рос. Подписки. Подписки подписками, они все равно будут. Онлайн будут и подписки будут. Ну все. Представляешь, 10 человек сразу зайдет мне. Я такой, вау, прикольно. Мы будем разыгрывать в прямом эфире. Я там, не знаю, камеру включу. Буду показывать, как я это все делаю. Не будем там пользоваться программами. По-старому, по-дедовски замутим все. На листочке напишу никнеймы людей, закину их в банку, 5 из 10, 10 закину, 5 из 10 вытаскиваю, или нет, даже 6 из 10 я вытаскиваю, нет, 6 тоже не подойдет. Это, нет, надо групповой этап делать. Допустим, 8 я вытащу, потом 4, потом 2, потом 1, вот так. Вот так будет справедливо. То есть у всех одинаковые шансы. Это классно, это круто. Когда у всех одинаковые шансы и каждый может выиграть. Это очень классно. Почему бы так не сделать? Мне кажется, это круто. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, допустим. Папара-папам. Мысли потерял. А, все, вспомнил. Это я аккаунт. Я начал играть года 3-4 назад. До этого аккаунт был, я не знаю, что с ним случилось. Тогда еще можно было через ВК регистрироваться, я так помню. Я не помню, что с ним случилось, с тем аккаунтом. Потом я создал новый аккаунт. И вот, ну, ему года 3 сейчас. А вот этот вот новый аккаунт, чтобы разыграть его. Вау, нифига себе. Вы что делаете, молодой человек? А вы еще и косой. Постойте на месте, не уезжайте. О-о-о. Сейчас я тебе все, дружище, покажу. Бля, как бы его разыграть, а я не хочу погибать. А, ну все, спасибо. Тут кошерная статистика, братан. 100 из 100, 100%. Еще ни одного боя не слил. Четко, 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 все. Обходим. Бля, вот это вот может 13, 19 хп мне это снять, 100%. Не, вообще. Абай, красава, красава. А, чуваки, давайте вот на вот этого, ну, давай. Все, вот так. Ну, у меня мало хп, че вы. Да, че, подожди. Не успел. Этот вина на основе твоей второй, какая стата? Я не понял вопрос. По-русски напиши, пожалуйста. Буду благодарен. А, третий аккаунт.
Ну, блядь, ну да, получается третий. Может быть и не третий. Я не знаю, я не помню, честно. У меня был один аккаунт, мы с другом, в Казахстане я тогда жил, мы с другом, с Эдуардом гоняли в танки. А потом, я не знаю, что случилось с тем аккаунтом, я не помню. Он уничтожил взводом танков противника 3. Я не помню, что случилось с тем аккаунтом. А второй аккаунт, ну это же мне сейчас заходить, перезаходить, надо стрим убирать, чтобы пароли мои никто не спалил, поэтому ну зачем оно надо. Можешь зайти ко мне на YouTube канал и там посмотреть. О, Настя, привет. А, ну, слушай, да я не могу здесь даже, вон, смс-ок нету, как, видишь, смс-ки нет. Невозможно это сделать. Сейчас я не могу ничего сделать. YouTube канал, пожалуйста, зайди. Там все найдешь, там все увидишь. Настя, как делишки? Рассказывай, что новенького, давно тебя не видел. Слушай, Настя, ты же любишь это? Танки, да, наверное, играть. Вот я буду разыгрывать аккаунт, если что, присоединяйся. Какого числа, позже скажу. Разыграем его прям. А может быть и сегодня, только попозже. Потому что я уже четвертый танк сейчас набью. Я пятый танк набиваю и все. И разыгрываю аккаунт. Не любишь танки? Ну, может, ты там братишки там однако подгонишь аккаунт. Ну, если выиграешь, конечно. Кстати, беспонтовая игра. Вот это вот про байкеров. Посмотрел я обзор на нее, такая беспонтовая игра оказалась. Ой. Настя, у меня все хорошо по делам. Спасибо. Твои как? Как твое здоровье? Что новенького рассказывай? Как у вас там? Как у вас с погодой в Казахстане дела? Короче, сегодня, ну, именно на данный момент, может, у меня здесь погода 32, вот смотри. Увидела. Так что такие вот дела, сеструха.
Так, ну что, погнали. Сапоги, сандали. В бой. В бой, здравые воины, в бой. Бравые. Бравые, бравые, а не здравые. Ну почему не здравые, тоже неплохо. Бравые, здравые. Нормальная тема. Я не думаю, что кого-то я этим обидел. Что он не бравый, а здравый. Так. О, подвесон пошел, подвесон, подвесон. Подвисли. Опа. И когда мы развиснем? Я в скале, я прирос к скале. Ну в натуре, ну это не смешно. Это что такое?